Всем привет, дорогие друзья, с вами Конор. Мы продолжаем играть в Fallout 3. Fallout. Ладно, не важно. И остановились мы на том, что мы бежали по заданию. Так что FPS проседает. Нас бьют вот эти вот какие-то столом. Давайте их убьем. Как FPS проседает. Ладно, бежим по заданию. Ой-ой-ой-ой, мы кое-что забыли. Так, мы забыли наш чит. Любимый. Прописываем. Так, и идем дальше. Идем по заданию. Так. Из-за прогрузки мира проседает FPS. Это нормально. Я не буду тратить на эти драки времени. Выстрел время. Вот сейчас. Так. Радиация. Мы так не можем нахвататься. 600-500 рад. И этому и как не рад. Так. Так, я сейчас скажу, почему сегодня не будет Fallout. Ой, Fallout. Тьфу. Dead Space. Dead Space 3 сегодня не выйдет. Я сейчас расскажу, почему. Как я говорил в своем видеодневнике, Вильямс уехал по делам в Крым. Он должен был сегодня приехать, но еще его нету. А Dead Space я хотел попробовать с ним снять, третий, так как он в кооперативе. Я хотел попробовать снять с ним. О, нету ножа. В чем я? А, по зданию. То есть сегодня я постараюсь выпустить Dead Space 2, продолжить. Но третьего Dead Space сегодня не будет. Я извиняюсь, конечно. Но может быть сегодня будет Майнкрафт. Майнкрафт. Все может быть. Да, вот так вот неожиданно. Майнкрафт. Я не выпускал Майнкрафт после первого своего видео. Потому что на 8-й винде нельзя. Ну, нужно устанавливать видеодрайвера или исправлять ошибку. То есть я долго исправлял ошибку, устанавливал видеодрайвера, устанавливал, и ошибка не пропадала, все-таки нельзя было играть. И я решил начать с нуля, я удалил все видеодрайвера, которые наустанавливал, наобновлял, зашел на официальный сайт, там видеодрайверов каких-то, не помню их название, так что куда мне идти, и скачал. И мне повезло. Так. Я скачал хорошее видео. Какого хрена? Ух ты, ёпта. Болотники, мать ваша. А чё я с этим? Чё я их? Так. Вот так вот, ёпт. Так, ага. Я там взял? Ага, вот так взять всё. Взять всё. Взять всё. Так. Нам бы надо было скинуть пару кило. Я имею в виду веса. Ну, вещей, то есть. А то
нас и так дофига всего. Сколько у нас лишних кило? О, да тогда хера лишних. Сейчас скажу, посчитаю. Ну, 703 где-то, да. Если до максимума считать, 703, да. Надеюсь, я еще считать не разучился. Так. Наверное, буду молчать много. Потому что действительно давно не играл. Много чего вспоминаю, что как делать. Путаюсь. Так, тихо, 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 нахер пошел. Ботану нахуй, 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 нахуй. А где второй? А, вон. Стоп, это... Блин, далеко от экрана сижу, ни хрена не видно. Ладно. Идем на задание. МПП. Стоп, еще один враг. Промазал, спалил себя. А, о, нихера, ты чё за хер такой? Водяной такой там. Водяной. Ну, это что надо? Что я тебя не сильно боюсь. Но я тебя убью. Я тебя порежу, мать твою. Так, я вырежу твой кадык и продам его на черном рынке. Я очень добрый, я знаю. Что он тут делал? Тут вроде никого нету. Стимуляторы, пиво. Свинина с бобами. Извиняюсь. А, тут. О, мужик. Ты чё, как тут оказался? Ладно, возьму ты вещи, они тебе все равно уже не надо. А жить я тебя никак не смогу. Что там за херня такая? Извиняюсь. Угу. Капкан. Обезвредить. Чуть не попался. Это что еще такое? Что тут за херня происходит? Ё-моё, мать твою. Какие-то куколы, блин, походу куклы Вуду. Или хер знает, хер, или заговариваюсь. А вот бежит, сволочь. Нате, в клешню твою тупую. Нате, по хлеборезке твой тупой. Ты, ух ты, нихуя ты быстрый, блин, такой. А хуй ты ко мне, блядь, подошел, сука. Пошел нахуй, на тебе ты. Ёбочки, на, ёбка. Да умрешь ты, козел. Наконец-то. Пособираем мяско. Болотников этих. Это ж те же самые раки. С пивом бы сейчас. Но потом, когда выполним задание, если я не забуду, я выпью с пивом этих раков. С
всякие какие-то. Так, кексы из болотника. Нифига рыбные кексы, никогда не ел. Так, чего? Жевательная резинка. Я прочитал жевательная резина, блин. Пиво Бериста. Походу яйца болотников. Короче, икра. Ух ты, нихера, мамаша пришла. Нате. О, какое у тебя милое личико. Довольно милое. Ну рот у них пипец. Да ладно. Что-то они не сильно милыми кажутся. А их походу отличить можно. Не только по размеру, смотрите. У этой клешни, сюда, это раки. Это, видимо, мама. Ну или женщина, хер знает. Это мужик, у него клешней нету. Ревнистые. А, ладно. Блин. Так, все, мы тут все обыскали, пошлите дальше. Это что, это люди какие-то? Это, видимо, те, кто пытались дойти. Что тут еще? А, пить. Пить хочешь, да? А куда мы и шли? А, мы туда, наверное, шли. Мне не хватает из Fallout New Vegas и страв ловить всякие порошочки на кострах. Вот видите? У мамы были клеи, блин, на хули ты перевернулся? Ну, короче, если вы не заметили, так кто бы не заметил. Можете отмотать, посмотреть, то есть у мамы были клешни, а у этих, у мужиков этих зеленых нету. Что, у бабы той. Может, то тоже мужик, просто эти взрослые, вот видите, с клешнями, которые, вот они, клешни эти. Болотники и охотник. А зеленые это ведь. Это значит охотники, а зеленые. Блин, нахрен отличишь, что я, блин, залазил. Думаю, кто есть кто. Пофиг на них, кто есть кто. Залазили болотники. Ладно. Если вы еще не выключили. Дотерпели, пока я закончу эту тему об болотниках. Ну ладно, блин. Ладно, о чем-то подумать, о чем поговорить даже. Блин, давно не играл, давно не снимал. Не понимаю, о чем поговорить. А, могу спросить вас, что травы собирают до хрена? Ладно, нафиг. Ух, нихера. Ой, блядь. Фу, ёбан. Какого хуя? Вставайте, ёпта. Типа, если б я был смертным, то типа должно было меня отравить. Фу, ёпта. Ух, как ему хреново-то, а? Хуйня какая-то. Умри, тварь. Умри. А, ладно. Херня какая-то, твою ж мать.
И чё, куда мне ещё? Я ж дошёл уже. Чем мне не сюда, чем мне дальше? Блин, теперь мне назад, охренеть. Если надо было прийти сюда, чтобы эта хрень на меня дыхнула, я тут упал, блин. Охереть можно. Так, не понял. Какого хрена тут происходит? Уж только что не было. А, ладно, пофиг. Так. А. Ладно. Еще одна статуэтка в коллекцию. У нас там дома в Мегатоне есть одна уже. Статуэтка, которую мы взяли. Какого хрена? Куда они взялись, эти статуэтки, блин? Их же только что не было. Это путь силы, блин. Так, ясно. Сейчас по пути что ли статуэтки будет или что? А, это травы. Так, охренеть можно. Какого хрена? Или это меня так пучит, что у меня галюны? Ладно, давайте возьмем, если меня так пучит. Или меня кто-то бьет? Нет. Друзья, можете не смотреть, это не у вас. Ух, ебать. Ебать, я очканул. Лаблик какая-то. Капец, его пучат. Чувак, ты наркоман, блин. Ох ты, ёпта. О, ебать, ракетка. Ладно. Идем дальше. Извиняюсь. Так, ладно, давайте это наркомания, блин, продолжим в следующей серии. Ну, сейчас, собственно, и продолжим. У кого время может идти, посмотреть следующую серию потом. Так что, всем удачи. С вами был Конор. Подписывайтесь, если не хотите пропустить продолжение. Ставьте лайки, комментируйте. И советуйте хорошие игры. Скоро BioShock Infinite будет. А с вами был Конор. Всем удачи и пока.